Сегодня у меня для вас рецепт отличного супа с грибами и клёцками. Блюдо хоть и простое, но достойное быть в меню любого ресторана. Домашний сытный, полезный и вкусный суп. Ароматный, сытный и вкусный суп подавайте на первое в обед. Ваша семья будет благодарна. Готовится он быстро, и вы не заставите его долго ждать. Суп получается с замечательным грибным вкусом и нежнейшими клёцками. Чеснок добавляет пикантность этому блюду. Для приготовления этого супа возьмите следующие ингредиенты. Бульон мясной, лук репчатый, морковь, картофель, чеснок, помидор, подсолнечное масло, муку, яйцо, шампиньоны, воду газированную, соль. Картофель очистите, помойте, нарежьте и выложите в кастрюлю. Начинайте варить суп. Добавьте любой мясной бульон. У меня куриный. Лук и морковь очистите, помойте и нарежьте. Выложите в сковороду, налейте масло. Поджарьте лук и морковь в течение 7-8 минут, перемешивая. Шампиньоны очистите, нарежьте и выложите в сковороду к моркови и луку. Тушите грибы с овощами еще 5-6 минут. Добавьте грибы с морковью и луком в кастрюлю с бульоном и картофелем. Продолжайте варить суп. Один крупный помидор обдайте кипятком, снимите кожицу, измельчите. Выложите в кастрюлю. Приготовьте тесто для клёцок. В глубокую тарелку или миску разбейте яйцо и налейте газированную воду. Взбейте яйцо с водой, добавьте чуть соли и высыпьте 2-3 столовые ложки муки. Перемешайте тесто. По консистенции оно должно быть как не очень густая сметана. Когда все ингредиенты в супе будут готовы, чайной ложкой набирайте тесто и выкладывайте в кипящий суп. Посолите суп по вкусу. Можете и поперчить. Варите 5-6 минут и выключайте. В готовый суп добавьте измельченный чеснок и нарезанную зелень. Суп готов. Подавайте на первое в обед.